Дайте мид, пацаны, здорово. Ну как бы это. Проиграю первую игру, как только мне мид не дадут. О, нет, луз будет намного раньше, по-моему. Ну шо, как бы тут даже и думать нечего. Чисто чилим. Чилим плюс отдыхаем, правильно. Тупо на релаксе. Вы знаете, кого я пикну? Ну как бы тащить минеру я таким не занимаюсь. Вы же знаете, когда минера вижу, у меня чил игра на медузке. Причем похуй, пусть антимага берут, вообще поебать. Все равно, типа, кайфанем мы вряд ли от процесса. Ебать, антимаг, прикинь, контрпик. Тупо задушить хочет. Нормально, минерчик, пуч, вообще то, что надо. Катуля та, что нужна. Ну да, проиграем мы раньше, чем я думал. Игра закончится до 40 минуты. Так, давайте чатик замьютим, а то там будет сейчас общение тупо. Общение. Кстати, Ликан охуенно против минера играет еще с первой доты. Это я придумал страту, кстати. Вызываешь собак и бегаешь по минам. Мины взрываются, и минер нихуя не может. Прикиньте. Олежа Голова еще в первой доте придумывал страты. Ну, Хускар на миде, я думаю, да? А. Ого. Это больно. Ты что, дурак? А что с лицом, сэр? С первым скиллом на пиромола. Гений получается. Сейчас посмотрим, что ты писал. Есть момент. 31 год, жены нет, детей нет, живу с родителями, машины нет, работы нет. Что не так? Ну что-то не так, братан, явно. Ладно, то, что ты живешь с родителями, хуй с ним. Я не считаю это прям очень плохо. Вот, но то, что у тебя работы нет в 31 год. Вопрос, чем ты вообще, как ты и почему ты? Ну типа, у мамки бабки стреляешь, тупо, по сатыге. Это, кстати, странно, прикинь, 31 год у мамки сатыгу стрелять. Красоте, блядь. Чисто нахуй, по-мужицки тупо. Понял тебя, осел, блядь. Вообще похуй. У меня ослик ебанутый побежал фидить по миду. А, да? Минерчик уже все, да, наигрался? Ебанутый, что ли, брат, блядь. Успокойся, нахуй, полегче, нахуй. Не дергайся и не нервничай. Все будет хорошо, блядь. Какой-то... Как, блядь, это сделал? Нервный на пускаре. Что? Вот это вот. Да я хай-ПТС игрок, брат. Понял тебя. Чувак в ахуе, как я Хускара убил. Да, блядь, легко на скилле, потому что я скилловый, блядь, понимаете? Просто у меня курица. Другой бак на поджат. Если так и будешь, то ты можешь, ну, съебаться отсюда. Я вы видели вообще, что курьер мой сотворил? Просто курьер на серьезном ебале просто побежал мимо меня, блядь, пилить Хускару. Ты можешь вот мид съебаться тоже, там песочки стоят. Не, мид не надо. Ждать, пока он падает. Не, надо. Не, давай куда он, помогай там на линиях, брат, не слушай его. Что? ПТ-шечку делаем. Пятый левел имеем. Что еще для счастья надо? Я его сейчас убью, кстати. Не, не пойду. Почти, повезло ему чуть-чуть. Он чуть не довыебывался, кстати. Все, медузой выгнал Хускара в лес. Кто-нибудь удивлен, почему, ну, что счет 1-4, как бы, у меня 4 тиммейта, блядь, 4 друга, блядь, дайте-ка сфотографирую на память. Пацанов, нахуй. Охуенно. Я же говорю, залог победы против меня, шанс только если унизишь боковые лайны. На миде делать нечего, любой мид в щи разъебаю, потому что, ну, со мной нереально 1-1 стоять на миде. И помогать особо смысла нету. Потому что в любом случае Хускар уже унижен. Вот. А вот боковые лайны можно хуярить и получать удовольствие от игры. Ебать, хорошо. Как хорошо. Так, следующий луна умрет, а потом пуч. Я правильно понимаю? Я правильно понял их схему смертей? Они снизу вверх умирают. Раз, два. Потом сейчас луна, пуч. И новый круг. Ну, сейчас мыть. Подожди, пуч вне очереди сфидил, пиздец. Блядь. Да, ну сейчас зато луна должна умереть теперь. О, вот теперь луна умерла, заебись. Теперь верю в последовательность. Камбэк, все, по 0-2 4 типа, нормально, сфотографироваться на память. Давайте пока не будем спрашивать, как у них дела, мне кажется, они стараются, потеют, их не нужно отвлекать от игры. 7-й левел. Хускар с леса пришел. Так, нихуя себе. Соса...
Сосать, блядь, вот это реально нахуй плюс мораль теперь. Вот с этого начинаются все самые грандиозные камбэки и победы, ребятки. Понимаете, OG тоже не сразу International выиграли, между прочим. Поэтому не выебаемся. Победка, я чувствую, может и заехать даже. Это пылка. Да нет такого у нас. Что у нас, круг опять? Ну как бы я не буду на медузе делать ТП, при всем уважении, как бы. Но я не ебанутый, чтобы делать ТП, блядь, медузой без урта. Да. Я подхожу, давай, на прогиб его. Что ты кидаешь? Какой себе прогиб получился. Красиво, красиво. Соло, соло. Не, ну Луна на Верочку, я считаю, сыграл. Чтобы как бы точно не ушел. 4 ебала. Так, шо у нас минер? 0-3, нормально. Не, ну 3-11. 3-11 не так хуёво, как бы. Бывало и похуже. Ну, по факту бывало и похуже. Сейчас стаки будут, да ты ж. Ебать, шо делаю вообще. Вы вообще понимаете, что происходит? Ебать, кинотавра на стан развел на медузе. Ебать, пошел нахуй. Ну я без ульта, поэтому я не вижу смысла, знаете, типа там что-то убегать там и так далее. Так, минус эншенты. Сейчас Ликан там супер доминатор сделает и все. Блять, тут, наверное, надо было ставку ставить, проебем ли мы до 20 минуты. Минки где-то тут, так, тут засада, брат, беги нахуй, мой тебе совет. Хорош! Ебать и бежать! Не верю, что мы шок убил, не верю. Комната ожидания банки въебала и стрелы. Прогиб! Рейд босс, прогиб его! Хуярь его, блять! Соло, соло! Шо? Я ухожу, блять, живи, 5 стаков. Да не, живу, даже стики нажимать не буду, понимаете, насколько я дэмэдж просчитал. Просто до мелочей, нахуй. Силы тьмы убили Ликана. Шо у минера там? 0-5. Минер, как обычно, как бы. Вне конкуренции показывает нам свой уровень, ебать. В каждой игре, когда он присутствует. Вардешочки стоят. Бля, ну меня не в ту команду объективно закинуло, вот честно вам скажу. Прям вообще вот Габен слишком строг ко мне в этой игре был. Просто говорит, ты две подряд выиграл, блядь, в соло. Поэтому давай-ка теперь, блядь, на тебе команду под пивасов, блядь. И давай в команде под пивасов пытайся победить. Ага, я Габену говорю, иди нахуй. Я уже давно с командой под пивасов не пытаюсь победить. Я что, ебанутый? С под пивасами нельзя выиграть. Все, по-моему, там доминатор. Апгрейжены, о котором я и говорил. И база потихонечку падает. Ну что, Скади или Линку, что? Друг, 300 голды. Можешь юзнуть на него? Я вам манту могу юзнуть и отправить на заработки двух иллюзий. Блин, вообще Линка нужна против АЭМа. Но тут не в АЭМе проблема. У нас база будет падать. Тут не то, что АЭМ будет убивать. Тут просто вот. Тут просто вот такая вот штука. Кстати, у них Аегис есть? Они без Аегиса. Они вообще ёбнутые, короче. Типы просто без Аегиса заходят, им вообще поебать. Я вам дерусь, смотрите, а и сам закупаюсь. Змейка пошла. Не, нормально отдефались, слышишь? Без байбеков? Ну они без Роша найдут, они какой-то хуйней занимаются. И вообще им нет смысла торопиться, они могут антимагом купить супербашер и закончить катку. Просто они идут, типа, без Аегиса и меняются один в один без байбеков от команды, которая сосет 6-22, ну, 5-21 было, и без мин, потому что все мины не там. Так, не знаю, Скади, на самом-то деле, мало что даст. Кура умрет. Соло получается со стилем, правда. Когда минки что стоят, ты знаешь, что геймплей идет. Мы могли какой-то мух делать, любой, они стоят на базе. А мы не можем не стоять на базе. У нас просто два керри, Луна и Медуза, которым нужно фармить. И которые отфармливают линию максимально быстро. И при этом нас ебут 7.22, то есть мы не можем выйти с базы толком. Поэтому, кроме как фармить на дефе, нереально как-то. Вот я вышел, видите, в лес. Сразу кто пришел? Ты что-то минируешь, поставь вот сюда, чтобы я хукал.
И он думает, я возьми шар, возьми шар, тебе не нужна линза, возьми шар. Клоун, блять. Просто от любого врыва сейвится. Понимаете, манс-налетчик. Меня называли. Называли, блять, потому что меня нереально поймать есть. Да иди нахуй, ты кто, блядь? Заебали. Блядь, куда не придешь, антимах, хускар, блядь, низ пушат. Видите, то есть как тут с базы вообще выйти? Да иди нахуй, ты. Словил. Черт, блядь, да я даже не видел ее нахуй. Нахуй она все стреляет. Пора без индит. Ахуя, ты все взорвал, блядь. Чувачок. Чувачок, блядь. Идиот, паучок, нахуй. Что? А, вы решили так, да? Преимущество нашли, преимущество потеряли. Какое, у нас преимущество было? Подожди. Я, видимо, не в той игре. Против куска раскадик, кстати, заедет. Бать не чувствую врага. Хорош, мужики, хорош. Блять, тут кто-то был. Титаник. А-а-а! Нихуя себе, ебать, уходим нахуй! Арестовать хотят, лянь, блять, офицерен, солдатен, блять, прибежали! Скади. Найс, взрыв. Хорош. Банка въебали, я так соскучился! Привет, в скобочках, пока, минер, хорошо поиграли. Нет, нет. Если не байбек, блядь. Ну все, блядь. Вижен. Кто? Парни. Вижен, я знаю, такой супергерой есть у Марвел. А больше я не знаю никакого Вижена. Ну, тоже сюда. Конечно, блядь, конечно, нахуй. 10 тысяч крипов, блядь, в кого банка будет лететь? 10 тысяч раз въебало медузе, блядь. А кто бы сомневался, нахуй. Ну что, пацаны, я считаю, чуть-чуть не хватило. Мы старались, сопротивлялись. Игра была действительно потная. И максимальная интрига сохранялась в нулевой минуте. Мне кажется, сами держали. Но, к сожалению, мы проиграли. Спасибо за игру, пацаны. Тридцать одна минута, парни. Ну, 40 тут тяжело было вообще продержаться. Игра закончится до 40-й. Да, ставка засчитана, парни. Легчайшие жировики. Поэтому ничего не надо делать, надо просто ехать. Мы бы выиграли, если бы у нас мидер был. Да. Просто мидера не было. Удачи вам, пацаны. Блин, мне кажется, если бы я дожил до бабочки, то было бы охуенно. Вот бабочка, она могла бы чуть-чуть порешать ситуацию. У меня была мысль, там два варианта было, либо аганим делать, либо бабочку. Аганим мне не понравился, потому что урона нету. Ну, типа, от того, что я буду станить там на 2 секунды цели какие-то, да, ну, типа, урона нету, потому что луна, БКБ и мом, по сути, 0 дэмэджа. И у меня, типа, скади манта, это 0 урона. Это просто такие слоты на выживание. И поэтому хотелось купить бабочку, потому что бабочка дала бы мне скорость атаки плюс дэмэдж, плюс миссы 35%, да? Плюс у меня была туника, которая давала еще 16%. То есть у меня бы с миссами все было хорошо, а зная, что на антимаге МКБ покупать вообще в падлу, то это вообще хорошая тема была бы. Но мы не дожили, потому что у нас слишком хуевый минер, плюс у нас минер. Как бы тут все сходится, тут сходится все в одном.